Администрация Ленинского района Самары в телеграм-канале приглашает жителей на уборку города. Всероссийский субботник пройдет уже завтра во всех регионах страны. Присоединиться к нему могут все желающие. Навести порядок во дворе несложно. Инструменты для уборки, грабли, перчатки и мешки для мусора предоставит администрация города. Их можно получить в управляющих компаниях. Телеграм-канал Департамента транспорта Самары сообщает, что за первый квартал 2023 года на региональном портале госуслуг было подано 7674 заявления на оказание электронной услуги от органов исполнительной власти и местного самоуправления Самарской области. Среди региональных электронных услуг самыми востребованными оказались выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях – 1496 обращений, выдача удостоверения тракториста-машиниста, временного удостоверения на право управления самоходными машинами – 883 обращения. Доступ пользователей в читальный зал Государственного архива – 881 обращение. Администрация Красноглинского района в телеграм-канале публикует фотографии жителей, на которых они запечатлели родной район. Фотографии выкладываются с хэштегом «Красноглинский в фокусе». На этот раз читатели могут увидеть работы Вадима Доронина. Он запечатлел Молодецкий курган и его окрестности. Предложить свои фото для публикации могут все желающие. Для этого нужно скинуть снимки в предложку под этим постом или на своей страничке с хэштегом.